Привет, друзья, гости канала. Сегодня я пройдусь по Мацесте, по лечебнице. Маленько вам покажу, пойду на процедуры. Чтобы пройти на лечебницу, нужно будет показать талон. Здесь контрольно-пропускной пункт. Конечно. Все. Конечно. Без этих документов они не пропускают. Он вдалеке находится лечебница. Вот. Сегодня у нас суббота. Здесь приезжают автобусы тоже с разных санаториев. Так, тут есть лавочка, где можно немножко посидеть. А, территория закрытая. Соответственно, вот шлагбаум, никого не пропускают. Не просто посмотреть, не погулять. У кого есть только направление на лечение, направление дает врач. В соседнем корпусе нужно будет пройти к нему, записаться на прием. И только тогда можно будет пройти на саму территорию от лечебницы. Здесь проводят очень много разных процедур, но основные процедуры это ванны, йодные, сероводородные, радоновые и грязи тоже. Поэтому у меня сегодня будет ванна и еще одна процедура гинекологическая. Вот, в общем, все хорошее такое, сероводородные ванны. Так что рекомендую пройти, пролечиться, посмотреть. Сталинский ампир какой здесь вообще очень красиво, хорошо. Возле самого здания лавочки. Нужно после процедур маленько отдохнуть минут 15. Вот, сейчас захожу внутрь. Сейчас мне пробьют талончики. Спасибо. Там впереди билет. Сейчас я выбью процедуру. У меня Мацеста. Все. Возьму талончик. И прохожу на стоечку, чтобы тоже поставили печати, что я именно сегодня иду на прием. Люди, которые трудно передвигаются, им тяжело подниматься по ступенькам, все процедуры можно пройти на первом этаже. Люди с инвалидностью. Все сделано для того, чтобы все как раз проходили лечение именно на Мацесте. Так, я сейчас пойду в гинекологию. Направление прохожу. Процедура проходит в таком маленьком кабинете, такой столик, 10 часов, обычно 10 минут. Курочка. Все, не желаю здоровья. Прошла я процедуру. В общем, каждый день можно проходить лечение. Если кому-то назначают врач, например, ванну и грязь, конечно, сегодня ванну, завтра грязь, как бы. Каждый день одни процедуры проходить нельзя. Я взяла гинекологию и сероводородные ванны. Я решила проходить два через один, два дня прохожу, один день выходной. Врач, когда выписывает направление на лечение, каждый день прописывает, например, если сегодня есть лечение, вы можете пройти. Если у вас, например, завтра нет лечения, вы решили пройти, то вас не пропустят. Скажут, идите к врачу, либо, в общем, у вас день пропал. Вы просто так приехали, например, на лечение. Здесь сверху можно посмотреть, что внизу. Я потом спущусь, покажу. Есть небольшие ларьки, где продают разные атрибуты. Крема, шапочки, в общем, все, что нужно для отдыха, для приезжих. Вся косметика здесь продается. Вот в центре можно набрать воду, как раз пластунскую. Сейчас время 12:30. Мацеста работает до 1:30, принимает процедуру, 2 уже закрывается. Поэтому суббота, воскресенье тоже работают. Все, в общем, для людей. Все, чтобы люди приезжали, оздоравливались. Все рядышком. Сейчас спускаюсь по ступенькам, буквально немножко. И иду на ванны. Здесь вот в этом павильоне проходят ванны с
той стороны ванны, внизу тоже несколько отделов проводят ванны. Ванны и мацестинской сероводородной водой, и радоновые, и в общем проходят именно вот каждый, они так разделили, каждый отдел, в начале сероводородные, в начале крыла, а туда уже в конец крыла, там радоновые ванны, здесь стоят диванчики такие, даже ребятишки проходят лечение, ванны назначают. Орошение там носика, в общем, от болезни, от всяких. Потом покажу немножечко, какие еще процедуры проходят. Здравствуйте! Мне сказали присесть на диванчик, немножко посидеть, отдохнуть, и я пригласила. В общем, что хочу сказать, здесь очень доброжелательные девушки, медсестры, врачи. Все настроены, чтобы как раз люди приезжали семьями, очень много приезжают людей, кто папы, мамы, бабушки ранее приезжали, сейчас приезжают тоже родители, ну, ребятишки, все проходят тоже лечение. В общем, такая хорошая атмосфера, в общем, всем желаю здоровья, приезжайте, лечитесь, поправляйте свое здоровье. А я сейчас пойду на процедуру, я вам немножечко тоже сниму, попрошу девочек, чтобы снять, как они водичку набирают в ванночку. Ну и процедура проходит при температуре воды 36-37 градусов, примерно так, да, от 8 до 15 минут начать лечение. Еще забыла сказать, что на процедуру нужно будет взять с собой полотенце, чтобы немножечко водичку промахнуть, сильно протираться сказали нельзя, только промахивание. И тапочки обязательно, потому что с улицы все приходим, конечно, ты переодеваешься, раздеваешься и идешь в сторону ванны, и тапочки одеваешь, когда ловишь ванночки, промакиваешь и отдыхаешь минут 15 примерно. Ну и попьешь водички, можешь идти дальше гулять. Мне подготовили ванну. Сейчас я покажу. Вот с водичкой ванночка. 15 минут лежать. Здравствуйте, вас как зовут? Галина Алексеевна. Галина Алексеевна. Очень теплая, хорошая ванна. Спасибо большое за лечение. Прям сегодня хорошо меня погрели. Спасибо большое. Я старалась. Правда? Спасибо. Души. Спасибо. Вот свойства пластунской воды. Убираю водички. Первый этаж холла, там вход в саму лечебницу. Вот пришла уже экскурсия обзорная по Мацесте, тоже проводят ее. Ну вот, по таким ступенькам нужно будет наверх подниматься. Естественно, я уже прошла лечение. Отдохнула, посидела на таком мягеньком диванчике. Все, сейчас уже пойду домой. Здесь продают разные крема всякие. Можно посмотреть шампуни. Пиявки. Спреи. Вот. Шапочки. Всякие разные, пока закрыт сегодня отдел. Тут разные всякие сувениры можно приобрести. Кисы всякие. Ой, прикольненькие. Здесь тоже всякие крема. Здесь даже из шерсти мериноса можно купить такие носочки, пояс согревающий, даже тут гетра есть, маленькие носочки, тапочки. И жилеточки разные, кофточки тут тоже какие-то. А еще я увидела, здесь продают самоцветы, сувениры и даже изделия из жемчуга. Бусики. Бусики разные. Уже
закрылся отдел. Немножечко пройдусь, посмотрю. Разные украшения. Браслетики, цепочки, талисманы с разных камней. Вот они. Береги, магические символы. Просто браслетики. Здесь разные цепочки тоже. Из камней. У меня есть дома брошюрки именно по разным направлениям по лечению. Я их вставлю тоже в видео, посмотрите, что лечат, какими процедурами, и уже тоже будете в курсе, потому что очень много разных процедур и все свои нюансы, и противопоказания, и по показаниям.